По сей день орган Карловой церкви в Таллине является крупнейшим в стране и занимает особое положение не только в Эстонии, но также за ее пределами. Дело в том, что в мире не существует другого такого неповрежденного органа немецкой фирмы «Валькер» столетнего периода, поэтому этот инструмент в Карловой церкви занимает особо важное место среди самых ценных исторических органов Европы. У него очень хороший звук. Один из его важнейших плюсов заключается в том, что он создавался именно для этого здания, учитывая его акустические способности. Обычно орган создают отдельно от помещения и потом его встраивают в него. Здесь дело обстояло наоборот, и, быть может, это одна из причин, почему каждый регистр звучит так проникновенно. Орган в церкви Карле содержит 84 регистра. Регистр – это группа труб одного тембра. Также у него три мануала, то есть клавиатуры для рук и педаль, которая является клавиатурой для ног. Органисты, которые играли на этом инструменте в церкви Карле, всегда описывали свои впечатления только в восторженных тонах, и выступивший в субботу латвийский органист Айгарс Ренникс не исключение. My impressions are very good. Мои впечатления очень хорошие. Это очень красивая церковь с прекрасной акустикой для органа, что является очень важным аспектом. И даже прослушав, как играет этот инструмент первые 5 минут, мне стало понятно, какой это великолепный орган. Интересно было послушать, как будет звучать моя музыка именно здесь, по сравнению с другими церквями. Концертная программа была вдохновлена тем, что происходило тут 100 лет назад. Для меня это было очень интересным провести подготовку такой программы, как, например, произведения Баха, которые знают очень многие, и которые здесь исполнялись 100 лет назад. В 2016 году был произведен капитальный ремонт органа, и сейчас он находится в прекрасном рабочем состоянии. До пандемии органная музыка звучала практически каждый вторник, и все желающие могли насладиться великолепным звуком этого величественного инструмента. Сейчас, если заглянуть на интернет-страницу прихода церкви Карле, то там можно найти программу мероприятий, где обязательно указаны даты предстоящих возможностей снова послушать органную музыку на этом инструменте. Сергей Овченков, Вамбала, Павел, Яна Каракач. Новости Таллина.